Здравствуйте, здравствуйте. Мы на стадионе ФКП Петрозлинская. Ждем игры ФКП Люксор. Бабушка, бабушка, аккуратнее. Мы ждем только Люксор. Наши уже все на поготове. Люксор, где же ваша команда? Мы видим этих людей. Это фанаты ФКП. И вот выходит на поле команда ФКП. И бело-зеленый барабой Люксор. Сейчас будет капитан решать, чьи ворота, чьи мяч. Судья дает свисток, и матч начался. Комментирую Бодя Кошелек. Не крепай сержанту. Сержант мысли дает Паше Белану. Паша, Паша. Стасик, Стасик. Билан Олег. Билан Олег мыслит, мыслит. Дает пас Денису Полякову. Момент. Это было опасно. Он мог бы получить желтую карточку. Мы видим наконечного Максима. Он лежит сейчас на поле. Его сломали. Лишь бы не потерять нашего игрока. Давайте мы вам озвучим состав команды ФКП. В воротах 12 номер Зуев Сергей. В защите слева капитан команды Некли Сергей, номер 10. Справа Павел Билан, номер 3. В центре защиты Поляков Денис под номером 24 и его напарник сержант Игорь под номером 4. В центре защиты Михаилюк Стас, номер 8. И Билан Олег, номер 17. Слева в защите Николачук Сергей, номер 7. И справа Бэк Сергей, номер 23. И нападение 92-й, наконечный Максим. И номер 20-й, Нестеренко Максим. Опасный момент на лаве запасных. Это номер 1-й, Зеленчук Виталий. И номер 52-й, Клёп Дмитрий. А также полевые игроки, номер 9-й, Валентин. А Валентин Дмитрий. Номер 13-й Кравченко Николай, номер 17-й Бернацкий Дмитрий, номер 22 Безбоков Игорь, номер 26 Белень Василий, номер 78 Крупа Виталий, 88-й Рожка Сергей и номер 88-й Рожка Андрей. Также у ФКП есть травмированный игрок Чулак Павел. Штрафной будет исполнять Билан Олег, 17-й номер. Передача на правый фланг. Барабой атакует. Опасно, опасно. Сержант Игорь, 4-й номер, молодец. Отработал в защите. Нам показывают Бевза. Нестеренко. Опасно, опасно, прямая нога. Лексор атакует. И тут сержант Игорь, 4-й номер. Дает пас на левый фланг Николачуку Сергею. И он потерял мяч. И сейчас будет штрафной удар исполнять Олег Билан, 17-й номер. Смотрим. Какой удар! И снова Олежка возле мяча. Сейчас очень опасный момент и может принести нам гол. И тут рука команды Люксор. Возможно, желтая карточка. Желтая карточка в команде Люксор. И снова третий раз Олежка уже возле мяча. Судья дает свисток. Куда? Типа хуёво. Бэмс. Падает Сергей. Паша, Паша. Технично, технично. Совсем недавно он появился в команде ФКП. На его месте, как вы знаете, играл Макаров Евгений. Капитан команды Некли Сергей, 10-й. Опасно. Нестеренко, какой шанс? Сержант предъявляет свои претензии. Судья на ваших экранах. И желтая. Снова команде желтая. Команде Люксор.
Воробой. Снова Олег Билан возле мяча. Будем надеяться, что это может быть гол. Олег бьет. Воротик. Удар. Сергей Николайчук. Какой удар. Но не в те ворота. Денис возвращается домой. Немножко устали в КП. Это видно. Вратарь вышел очень сильно далеко. Смотрите, смотрите на него. Опасно. Удар. Ай. Удар. Ай. Николайчук Сергей сегодня молодец. Какой удар. Снова Олег Билан возле мяча. Кроме него некому больше исполнить этот штрафной. Удар. Вратарь на выход. Команде ФКП Павел Билан получил желтую карточку. О, ну там уже штрафной. Что он делает? Что он делает? Нестеренко возле мяча. Будет пробивать штрафной. И будет пробивать, наверное, левой ногой. Левая. Мотоциклист на поле. Удар. Ой-ой-ой, какая перекладина была. Ну, вероятно, это был бы гол. Судья дает финальный свисток первого тайма. И футболисты идут в раздевалку переодеваться. Принимают душ и готовятся ко второму тайму. Фанат несет лавочку для болельщиков ФКП. Разминаются запасные игроки ФКП. Кравченко Николай. На ваших экранах Крупа Виталий. Рожка Андрей. Бернацкий Дмитрий. Безбоков Игорь. На ваших экранах Валентир Дмитрий. Легендарный футболист. Судья дает свисток. Команды поменялись воротами. И тут второй тайм. Николайчук Сергей на ваших экранах. Никого нет. Николайчук. Билан. Билан подачу подает. Стасик. О! Это должен быть штрафной. Но судья, наверное, судью, наверное, подкупили. Б. Сергей. Дает передачу на Сиренко. Удар! Гоу! ФКП забил! Да! Тащи его! Забивает Нестеренко! Мы победили счет, и игра продолжается. На конечной на ваших экранах. Николайчук Сергей сейчас будет подавать угловой. Тут подача. О, как! Ой, шанс на конечную Максим. Дениса Полякова сломали. Извиняется игрок команды Лексор, но тот, походу, не хочет прощать ему. Нет, все-таки они помирились. Чувак Павел везет водичку для наших игроков в КП. Валяется на газоне Михайлюк Стас. Будет пробивать Олег Билан. Останавливает под себя мяч. Мы знаем, какой он мастер в исполнении штрафных. Давайте посмотрим и помолчим. Подача. Олежка, Олежка. Напомню, что следующая игра будет команда ФКП на выезде с командой Днестр. Ребята не спеша играть, бо они ведут в счете. Стас. Михайлюк Стас. Ух! Бэвс! Бэв Сергей пробивает поворотом. Удар был настолько нелегко, так как Сергей правша, а удар был левой. Сержант Игорь валяется на газоне. И это не симуляция, кстати. И сержант Игорь не умеет симулировать. Михалыч его не учил. Очень жестко идет игра. Ну отдай же на Николайчука. Отдай. Судья поднимает руку. Скорее всего, Нестеренко симулировал. Свисток. Удар. Присетгует ФКП. Игорь Сержант.
Без! Ай, какой шанс! Вместо Нестеренко Максима выходит на поле номер 22-й, без боков Игорь. Некли на ваших экранах. Слева будет подавать. Подача. Хорош, воротник! Зуев вратует команду. Вместо Беза Сергея выходит Валентин Дмитрий под номером 9. И счет становится 1-1. Быстро разводит АКП. Это мой папа номер 3. Сейчас будет бросать Некли Сергей. Очень нужен гол АКП, очень нужен. За место капитана команды Некли Сергея выходит Рожка Андрей, 88 номер. Скорее всего, сейчас появится на поле Кравченко Николай под номером 13. Будет Дмитрий выбрасывать мяч. И тут команда Алексор забивает гол. Опасный момент. Поляков спасает ворота. Получил он, Поляков Денис получил капитанскую повязку, когда вышел Некли Сергей. Судья дает решальный счет. И команда ФКП проигрывает со счетом 2-1. С вами был Богдан Кошелек. До скорых встреч, друзья.